Всем привет! Мы в Кемере, отель Лима Климра. Сейчас я покажу вам наш номер. Номер у нас абсолютно обычный, стандарт. Без определенного вида мы покупали. 14.20. На входе сразу же, обратите внимание, тумбочка для чемодана. Слева санузел, что представляет из себя раковина. Есть мыльные принадлежности. Гель для душа, шампунь, бальзам для волос, мыло, какие-то ватные палочки, ватные диски. Внутри, в душевой кабине, тоже стоит диспенсер с моющим средством. Ну и, конечно же, лифт-друг. Справа от входа шкаф, достаточно большой. Просто открываются дверки, вешалки. Из этой части полочки и сейф. Сейф бесплатный. Что касается самого номера. О, нам принесли чайный набор, его вчера не было. Теперь у нас есть чайный набор. Стаканчики пластиковые в связи с пандемией. Есть достаточно большой телевизор, у которого в наличии входы для флешек HDMI. Можно смотреть фильмы, мультфильмы. Вот обратите внимание на кресле пляжные полотенца. Их выдают на пляжном баре без каких-либо карточек, расписок и прочего. В любом количестве можете взять. Это халаты. Мы вчера, когда заехали, попросили, чтобы нам принесли. Нам принесли халаты. Ну, халаты такие простецкие, конечно, вафельные, но они есть. Также есть в номере тапочки. Такая красивая у нас картина висит. Это кровать. Или лежбище котиков, я не знаю, как правильно сказать. Большая двухспальная кровать и дополнительная кровать для ребенка, которого мы с собой не взяли в отпуск. Ну и балкон. Покупали номер без определенного вида. Но вы видите, какой у нас вид? На самом деле сейчас в отеле заполненность в районе 50% максимум процентов. Думаю, что когда все битком, ну, не самый комфортный. Все на тебя смотрят, но зато впереди море, а внизу. Мы живем прям в самой середине. Прям вид на море, Марии не бывает. Поэтому всем рекомендую, не стесняйтесь, пишите письмо в отель на гестов. Просите, что вы хотите. Конечно же, 100% не реализуют, но хотя бы малую толику вы получите обязательно. Проверено на личном опыте. На балконе есть два пластиковых стульчика и пластиковый стол. Также есть сушилка для одежды. Вот такая вот. Опа-на! И вот здесь тоже такая штука, наверное, что-то можно сушить на ней. Окно на балконе не закрывается, то есть свежий воздух. Еще забыла показать вам мини-бар, который тоже присутствует. Но сейчас зимняя концепция, поэтому в мини-баре только фанта, кола, сок и вода. В летней концепции предусмотрено еще пиво. Вот такая мусульманская лампочка. Торшер. Кондиционер. 8 марта не работает. Ни на холод, ни на тепло. И такие вот прикроватные светильники. Вращающийся свет.
Номер с джакузи? Только, например, не чистый, только, например... То есть вот... Он только футболист. Есть джакузи отдельные, огороженные, и балконная часть. Также душевая кабина, унитаз, раковина. Номер только что освободили, поэтому у него не прибрано. Спальная кровать, бар, телевизор. Да, и два балкончика. Прикольно. Ну, прикольно, мне нравится. Номера джакузи 57 номеров. Если ехать летом, наверняка нужно бронировать их заранее. Смотрите, это вот отель Лима Климра. Здесь в этих арбцах расположены семейные номера.